Хей, огрессоны, мы продолжаем родить игру под названием Эворти. Короче, я немного, как вы видите, пофармил себе души. И у меня почему-то 5 банок. Или они у меня было 5 банок. А для чего это я сделал? Для того, так как у нас есть с вами телепорт, да, мы с вами будем переноситься кое-куда. Во-первых, так стоять. Давайте мы перенесемся. Мне нужно перенестись... Сначала понять, где я вообще по карте нахожусь. Походу, мы вообще, да, немного изучили карту. Так, здесь у нас продавец, хорошо. Или нет, стой, не здесь у нас продавец, он выше. Нет? Да, я тогда что-то не шарю. Мне нужна локация одиночная. Вот это вот. Yes. Сначала идем сюда. Спускаемся вниз. И идем вправо. Здесь у нас будет вот такая вот комната. Короче, здесь все-таки мы правильно делали. Нужно два раза в эту сторону пойти. Сюда, 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 сюда. И все, и мы пришли. Алтарь мертвых. Руны. Мы подбираем руны. Я думал изначально, что руны это на один раз. То есть мы сдохли и руны больше нет. Нет, оказывается, руны у нас с вами постоянно будут активны. Даже после смерти. Но есть один нюанс. Руны с эффектами. Crable to Darts. Да, телепортироваться. Мне нужно сейчас к торговцу, купим ключ за косарик. Блин, вот плохо то, что я не вижу этих, где торговцы. Я посмотрел, у нас довольно много урона на этой штуковке. 47. Хаммер. Здесь 40, окей. Но лук он чем хорош? То, что я могу этот... Так, купить. Old K. Хорошо. У нас все равно с вами дохера душ. И я знаю, где их можно фармить, поэтому давайте закуплю все, что есть. Я не знаю, почему я не могу дальше купить. Why no? Максимальное количество. А, ключ. Это что-то выглядит странно. Look what secret. Я не знаю, как он таит секреты. Хорошо. Мы тоже не знаем, но мы знаем, где можно этот лук применить, который сейчас у нас. Так, теперь. Перемещаемся. Смотрим, где, куда мы можем вообще пойти. Мы можем пойти сюда. Но я не знаю, что здесь. Мы можем пойти в эту сторону. Мы можем пойти в эту сторону. Сюда, сюда, сходить, сюда. Короче, у нас много вариантов, куда можно сходить, на самом-то деле. Давайте, наверное, начнем отсюда, что ли? Или сверху начать? Ну, давайте, короче, снизу начнем. Есть. Сразу сейчас поставим с вами руны. Рунки. Я не знаю почему... Сейчас, один момент. Я посмотрел одного челика, у него здесь в способностях немного по-другому вот эта фигня написана. То есть мы получаем не 3 урона, да, дамага, а мы получаем в процентах. То есть вначале мы должны были получить 5%, 10% и так далее. Но у меня почему-то не в процентах, а просто 3 дамага. Вот это, типа, мне единственное, что напрягло. Хорошо, руны. Атака скорости у нас увеличится на 15, но понижается базовая атака на 1. Потом увеличивается дамаг на 3, но понижается юзабельные атаки, да, на 15%. Грон. Тайм.
Короче, обилка повышается на 15, но понижается армор на 200. Не буду. Это, оказывается, мы же купили, да, тогда у челика? А дамаг увеличивается на 25%, но понижается 30 хп. То есть у нас сейчас 119, вы видите. Мы выходим. А не, все равно осталось. Накрашится damage 25. Well below 30%. Может, типа хилит на 30-ку меньше. Ну, я не вижу, чтобы так значительно мне урон поднялся. Ладно, давайте проверим. Все наделим. Что да как. Так, а что у нас там? Ага, там я могу лук использовать. Так, подождите, мне нужен молот. Сразу вот так мы моментально сдохли. Ну, это понятное дело, это обычное дело. Так, проверяем. Жалко, если сейчас руны пропадут. Нет, руны остались. Я не знаю, почему у меня хп, подождите. 30 хп. Может, все-таки хил у меня уменьшается? Странно. Не знаю. Посмотрим. Скорее всего... Мейк. А ну-ка, давайте я еще эту руну поставлю. Странно. Хорошо, сейчас у меня, смотрите, армора 290. Теперь 490. Не, пускай лучше будет армор. Оп. Как мы, да? Теперь в эту. Так, хорошо. Бита мне больше не нужна. Берем пикапку. Хы. Так, окей. Пикап на место. Если чувствую, что будет жопа, лучше бежать сразу. Довольно длинный коридор. Так, какой-то старый храм. Вау, 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 вау. Ха. Нихера себе, как он может. Так, у нас два варианта, да? Я могу либо в ту сторону пойти. Так, что с этой стороны? У меня спуск с этой стороны. Слишком белый, если что, здесь этот участок. Ладно, давайте здесь посмотрим. Так, это я наверх куда-то иду. Ай. Вот зараза. Тихо, нужно все проверять. Может, я даже этот себе хил найду еще один. Кто его знает? Так, хорошо. Отлично. Так, меня пугает этот щелик. Я даже с ними драться не хочу. Мне легче их пройти, и все. Это какие-то мученики.
цепью наперевес. Так, новый гримуар. Точно, я же забыл о гримуаре. Так, вот он, да? Херикан. Окей. Так, хорошо. Может, все-таки пойдемте одного из тех убьем? Угу. Гримуар. Распятненный. Ох, не хочется мне спускаться. А у меня наверх, да, только варианта есть. Так, где-то здесь сердце бьется. Оно в уши дает. Скорее всего, сердце. Опа. Что я нашел? А что я нашел? Я локацию нашел, вот что я нашел. А что в этой стороне? Так, хорошо, у нас здесь сейф. То, что здесь сейф, это очень хорошо. Так, а мы ж закупились, да, ключом? Да, ключ мы купили. Давайте, наверное, сейчас вернусь обратно. А, убью... Блин. Но это мне нужно наверх подняться, там, скорее всего, сверху сердце бьется. Чё? Ни хрена себе. Ни хрена себе он мочит. Так, манать, он, оказывается, еще и такое может мутить. Так это вообще... Ого-го. Не, ну смотрите, у нас довольно много урона идет с руки. Блин. Нужно с рунами посмотреть, что я могу сделать. Так, минус много урона. Ага, смотрите. Ну, блин, там увеличение спид-атаки. Но минус дамаг. Диапазонс. Increase damage. Минус хп. Скорее всего, принимаемый урон. Я могу принять урона. Ну, пускай ладно будет. Сейчас он. Ах, крон. Damage. Пускай вот так будет. А ну-ка, давайте посмотрим скорость. Есть типа разница? Да, есть, есть, есть. А, значительно он быстрее атакует, поэтому... Вот это было сейчас херовое. А там я могу и остаться навсегда. Так. То была ловушечка чисто для меня, походу. И очень серьезная.
Так что вниз я спуститься бы не смог. Музыкант. Что-то в новом. Ну, короче, он поет песенку. Ну, она красиво играет. Булшарт я получил. Так, я получил булшарт. Подождите, это реликвии? Да. Так, окей, давайте, короче, вернусь. Отдохнем. Вот оно что. Тут закрыто же было, точно. Так. Номинейшн. Так, переносимся обратно, да? Вот это было на самом деле западня, то, что их там было несколько. Наверху. Так, я могу вниз, либо влево наверх. Давайте влево. Влево и наверх. Так. Подождите, ну я мог, в принципе, снизу пройти. Не-не, пошли снизу. И я снизу могу тоже вернуться там наверх, куда-то подняться. Пипец, здесь у меня вариантов куда пойти. Довольно много. Хорошо. Отлично. Так, ну я пойду поверху. Я боюсь то, что если туда поднимусь, я там и останусь. Ага. Мы будем с вами вот так делать. Это лучший вариант. Я еще одного спускаю вниз. Я тайминги не понимаю. Но я думаю, там сверху навряд ли что-то будет. Нужно максимум. Вернуться к костру. Так, алебарда. Ох. Сейчас пронесло. Так, стоит вернуться наверх.
Я просто смотрю на свой хп, я понимаю, что будет жопа, если я сейчас сдохну. Если я сдыхаю, то это навсегда. Просто минус все, что я собрал. И будет плак-плак. Ну, блин, я вот не знаю, есть смысл мне идти наверх, так как там, по сути, ничего нету. Либо там будет фляга. Вот одну из двух. Да, ясно, все, нахер надо. Смотрите, может быть это сокращение пути до сюда. Поэтому... Да. Пещера. Скорее всего, это сокращение пути. Я проверяю. Походу, тут только падает. Либо какой-то лифт должен быть специальный. Ага, здрасте. Demons. Волковые. Токсик. Ладно, давай. А я сейчас заплатил денежку ему. Я только что заплатил ему денежку. Ни хрена тут коридор. Лаги мемера. Прикиньте, сейчас бегу и такой бац, на мне как-то херня падает. А, ну в принципе. Теперь я понял, что это за лифт. Ну, типа, я плачу ему дань, то, чтобы он мне перевез. Поехали. Я максимум еще раз смогу проехаться. Не, я хочу до конца проехать, потому что мне нужно сокращение пути открыть. Да, стрёмное место. Можешь его на превьюшку поставить. А так бы я, наверное, сдох, да, если б своими руками поплыл. Это ж токсик все-таки. Токсическое место. Пожалуйста, сейф поинт. Ага. Ага, и у нас затемнено все. Может, мне нужно было пофармить души? Блин, значит, не знаю. Так, руна. Ком. A sin again. Again, bye. Стоит, не знаю, что она дает, пускай стоит. Ну, да, я быстрее типа такой на немного. У меня все время был здесь спуск. Ладно, я потратил лишнюю денежку. Стоп, нет, я не понял.
Тут есть проход или нету? По этому можно понять, что здесь что-то есть. Но я его, походу, не вижу. Что-то я не врубаюсь. Не, токсик меня быстро будет убивать, наверное. Ладно, давайте тогда пойдем в другие стороны, где у нас закрыты. Давайте, наверное, по правой стороне. По правой стороне. Может быть, справа что-то да и найдем. Так, смотрите, мы можем здесь вот пойти, сюда. Мы можем сюда пойти. Сверху у нас ничего нету. Вообще ничего. Здесь я тоже не понял, где проход. Почему его нету. Можем сюда сходить. Сюда сходить. Лучший вариант это пока что сюда сходить. И сходить наверх. Так, отлично. Я там точно есть проход. Так, хорошо. У меня есть ключ. Бля. Я понял. Ладно, давайте быстро пробежим. Или нет? Да ладно, ух ты. Ух ты. Закрыто с другой стороны. А с другой стороны у нас сразу здесь где-то проход. Скорее всего здесь. Хорошо. Туда я могу попасть. Но лучше телепорт заюзаю. Я лучше заюзаю телепорт. Пипец, уже туда-сюда и... Это что, получается, побегушки? Единственное, что мы... Получили это... В смысле? Речку Стикс. Единственное, что я могу типа добавить. Но лук хороший. То есть врагу прилично... Пан насрал. Так, алебарда. Лучник. Лучник это не что сделал? Почему я туда попасть не смог? Почему? Почему? Я медленно бегаю. Тут с собой я медленно бегаю. Разве... ладно. У нас лук есть, поэтому посмотрим. А так... Алло, а чё, а почему я сюда не пошел? Так, хорошо. Там у нас проход в куда-то еще в три.
развилки, хочу в эту сторону сходить. Ага. Место с ловушками. Ну, такое, ладно. Место с ловушками такое себе. Хорошо, поехали. Ну да, мне типа стамину медленнее восстанавливает. И что я тут открыл? Там есть какой-то ход. Хорошо. Для проверки берем молот. Нет. Берем лук. 61 урон, пипец. Чё-то, походу, я не понимаю. Ну, выше — это выше локация. А, там проход. В стене. А там что за проход? Ай-яй-яй. Ай-яй. Угу. Хорошо. Куда-то непонятно. Там проход есть, но я туда попасть не могу. Классно. Окей, значит, нам только сюда идти. Куда-то. Куда-то сюда. Ладно, давайте тогда, я думаю, на этом остановимся. В следующей серии продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.